Ну что, продолжаем выполнять поставленную миссию, а именно взорвать арсенал, чтобы отвлечь наемников. Хорошо, взорвать так взорвать, как я уже говорил в прошлой части, взрывать мы любим. Так, на карте... Полный вперед! Ух ты, ё-моё! На карте был один. А на самом деле их там. Попробуем гранату кинуть. Может, что-то получится. Ну, как всегда, граната ничего хорошего не сделала. Ага, вон они. Главное, чтобы, как всегда, сзади никто меня не присунул. Что-то мне сначала показалось, как будто наверху какой-то пещеры. Всем экипажам приготовиться к штурму. Убедитесь, что техника готова к боевым действиям. Штурм? Какой штурм? Что они тут задумали? Вообще интересно было бы знать, что они тут организовали. Какие-то исследования. Нашли где-то каких-то наемников. Охранять эти исследования. Но что-то слишком много тут этих наемников. Прям армия какая-то. Где они их только нашли? Все это очень подозрительно. Что-то пока ребята не хотят выбегать. Черт, мне это вообще не нравится. Пойду его в упор расстреливать, он меня уже достал, не высовывается нифига. Странно, тот, кто дальше меня видит, тот, кто ближе, ни хрена меня не видит. Я его не вижу. А вот он. Видимо, кого-то другого увидел. Ну да ладно, осталось еще вынести одного парня. Бинокль нам помогает. Ага, вот он. Спасибо, дорогой бинокль, ты наш спаситель. Так, надо просветить все. И вообще я надеюсь на сохранение. Так как по 10 раз проходить одно и то же желания особо нет. Парни, оказался аптека и броня, это хорошо. Это сейчас нам не помешает. Так, впереди лагерь, в котором нам надо устроить диверсию. Внимание, персонал! Отлично. Вся неиспользованная взрывчатка должна быть передана в арсенал. Вся неиспользованная взрывчатка должна быть взорвана к чертям собачьим. А вот и ребята, которые, видимо, стреляли в тире. Так, снести их, что ли? Блин, куда побежал, на? Со мной произошел один раз забавный случай, когда я играл в Far Cry еще давно. Также стою из винтовки, смотрю, противников ищу, то вижу, какой-то чувак стоит и тоже на меня смотрит. Сначала не понял, с чем, оказалось, тоже с винтовкой.
так долго друг на друга смотрели. Потом он взял и первым меня выстрелил. Такое, конечно. Надо глушить эту сирену. Хотя вроде тут уже все. Нет никого, вы чё, ребят, какая тревога. Ай-яй-яй-яй. Вертолеты, ненавижу вертолеты. Господи, как ты меня напугал, ужас. Я аж стрелять в другую сторону стал. Так и заикой можно остаться. О, карточка. Карточка нам пригодится. Не знаю для чего. Черт, десант что ли уже высадился? Как всегда неожиданно. Черт, опять напугали, блин. Гады. Долбанные десантники, чтоб вам. Хорошо они тут обустроились, смотрим. Черт, надо было наверх лезть быстрее. Надеюсь, не убьют, пока я лезу. Быстрее, быстрее, быстрее. Ох, ё... А вот это уже не смешно. Вот это не смешно. Я в шоке, гранатометчик. Черт, этого гранатометчика надо сносить. Еще попасть надо. Если сядут. Вашу мать! Ненавижу. Продолжаем бегать по этой базе. Так, база, база, база данных. Пошел я сниму того ракетника, гранатометчик. Как его еще назвать? Так. Быстренько просмотрим. Надеюсь, он нас не ждет. Черт, закрыто. Вот козёл. Они мне надоели, быстрее. Еще будем всех с пулемета кромсать. Ну чё, где вы, блин, вертолет? Ребята, я вас жду. Гады, блин, я так не играю. И ничего там. Чё встали, блин, ничего не видел, идиоты, блин. Я уж там половину вашего состава. Что здесь происходит? Да ничего не происходит, убили уже всех. Где долбанный вертолет? Давайте я сам включу сигнал.
Но... Воды. Никто не хочет на мой пулемет. Гратометчик там спрятался. Ну ладно, не хотите, как хотите. Сейчас быстренько изведаем тут все. Потом пойдем всех убивать нафиг. Так, место дислокации изменилось. А взрыв был, я не знаю, как будто... О, парень тут вообще увлекся тиром. Что-то забыл, что он не стреляет даже. Так, вот надо взорвать. Блин, сначала я хочу вот того чувака снять, он меня вообще бесит. Ты урод, блин. Я здесь. Чё ты там вертишь своей пушкой, блин? Козел. Это все. Так, мы же тогда хотели в тире пострелять, так и не постреляли. Ну-ка, давайте проверим свою меткость. Пойдем посмотрим. Так. Ну, в принципе, три пули. Неплохо, одна в шею. Ладно. Будем считать, что на четверку. Сейчас будем тут все взрывать. Сначала... Черт, я что, не взял карточку? Блин. Вот так вот. Где я ее подобрал? Там вот же она. Вот так вот убивает, и уже не помнишь, в каком разе брал, в каком не брал. Ладно, сейчас взорвем этот бункер к чертям собачьим. Для начала возьмем патрончики, они нам пригодятся. Гранаты. Видно, что от винтовки очень мало патронов. Кстати, вот эти пуколки надо тратить, что ли, но они... Бежи! Почему он так? Все вышло так, как надо. В радиодиапазоне полный бардак. Пора действовать. Отправляйся на пирс. Если сможешь, возьми машину. Я уже в пути. Окей. Окей. Если можешь. Конечно, могу. И могу, и хочу. Обязательно надо взять машину. Не пешком же пиликать. Впереди нас ждет очень веселое приключение. Езда на багги. Погнали, игра сохранилась. До следующего раза.